Двинулись немножко дальше. Вот сейчас нам дали вот такие вот чашечки. Мы будем, наверное, дегустировать кофе. Ну, тебе не надо, ты, наверное, какао будешь дегустировать. Какао, вот смотрите, уже что-то продают. И мы сейчас что-то обязательно у них, наверное, и купим. Вот кофе я уже вижу. Кафе. Мама Хуана, вот оливковое, вот это вот, то, что он говорит, не оливковое, господи, кокосовое масло. Чоколады. И так нас посадили, взрослым налили кофе, для детей вот какао. Какао. Вау. The skin. Oh. That clean you and you have a little black point. Okay, yes. Is it like a mask? No. В общем, Женя у нас тут поругался, потому что он считает, что за бутылку Мама Хуаны вот такой вот размера $20 это много, и вот за такое вот масло $15. Он говорит, вы что, сумасшедшие, какие $15? Знаешь, как я его, конечно, уговорила, но за кофе я с ним согласна, потому что на самом деле вот за такую вот баночку $10. И то, при том, что они его здесь выращивают, ну, как-то так будет дороговато. И вот за синамон, это за корицу, вот тоже 10. Ну, как-то мы не особо любители корицы, поэтому корицу не берем. И сейчас вот Женя стоит платить, не очень-то довольный, потому что считает, что слишком дорого для места, ну, туристического места, но там, правда, где они и выращивают и кофе, и какао, и ту же Мама Хуану делают. Поэтому, конечно, ну, у нас выбора нет, потому что у нас вариантов как либо здесь покупать, либо в отеле. В отеле будет дороже. Поэтому мы покупаем здесь. Посмотрим, что будет дальше. Отправляемся дальше в наше путешествие. Не в наше путешествие, а на наши экскурсии. Мы напились кофе, выпили, попробовали Мама Хуану. Купили Мама Хуану. Кофе не купили, потому что, как я уже сказала, было дорого. И сейчас мы передвигаемся уже к нашей основной части программы, ради чего мы сюда приехали, к нашим обезьянкам. И сейчас включимся уже с обезьянками, я надеюсь. Ну, если будет что-то интересное по дороге, то обязательно покажу. Вот. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Снова вернулись на этот пятачок, откуда мы начинали. И отправимся сейчас к обезьянкам. Нас почему-то решили к обезьянкам доставить снова на автобусе, но проехали мы, наверное, ровно минуту, не более, ну, действительно, минуту, не более. И мне сказали, что, ну, окей, нужно одеть маску, потому что все одевают маску, даже не знаю, что мы на улице. Вот, и сказали мне снять вот эти мои штучки, висюльки с очков, потому что обезьянки такого не прощают. Ну и плюс нужно будет оставить портфель, потому что с портфелем тоже нельзя. Так что отправляемся. Вот они уже там. Нас ждут. Только что нам провели инструктаж. Вот это наша группа, с которой мы сейчас отправимся в Monkey Land. И нам сейчас объяснили, как нужно вести себя с обезьянами. Нельзя никакие брать сумки. Вот ящички, в которые я положила свою сумку, сняла свои висюльки. О, слушайте, какой-то дождь начался. Вот, и сейчас мы уже к ним отправляемся. Такой инструктаж, как будто мы собираемся, я не знаю, куда там. Куда-то такое, на Марс, ну, где-то минут 15 проводили нам инструктаж. И сейчас вот мы пойдем к Манке. Да, и увидим их. Итак, сейчас чувствуем обезьянками мы, потому что мы, по-моему, в клетке тут сидим. Поэтому, чтобы было все честно, мы тоже в клетке. Большие манки, человеческие. И сейчас мы отправимся вот туда, к настоящим манкичкам. Уже я вижу за обезьянки. Вот с нами сопровождающий взял тарелочки. И мы будем кормить обезьянок. Будешь кормить? Да. Да. Все в масках, чтобы мы не заразили обезьян, потому что они не переживут этот коронавирус. И сейчас мы отправляемся. Thank you.
Вот, смотри, уже лазит. Смотри! Да. Смотри как. Мам, аккуратно, so the monkey doesn't... Welcome to the human cage, families. Remember the instructions my partner tell you. Watch your steps all the time. Don't pet the monkeys. Не трогай Бьянка, не трогай. Смотри Бьянка, окей? And relax, this is not Jurassic Park. Okay. What is Jurassic? We expected Jurassic Park. Just wait, wait, wait. Diana. Is it gonna take it? Yes. Yes. Let's go. Be careful. Так, ну что, смотрим. It's not a snake. Я не понял сначала, что это, на меня спрыгнуло. Все, первое есть. Я реально не понял, я иду, смотрю в другую сторону, на меня прыгает. Женя только успел зайти, а уже он. Стоп, подожди. Вот, класс. Сейчас, подожди, раз. Повернись, он аж там развернул. А, я уже сюда. Сюда. Ну подожди, подожди, смотри на меня. Он тебе лазит. Смотрите, вообще класс. Подожди, видео поснимаю. Друзья, это что-то невероятное. Смотрите, с нами уже идет, путешествует обезьянка. Дианочка. Это, конечно, что-то нечто. Тут обезьян много. Одна вот уже примастилась. Аша, смотри, к тебе хочет прыгнуть. Он не кричит. Класс. На меня она тоже села. Вообще класс. Смотрите. Это сюрприз, это сюрприз. А дядянка, вот они вообще тут прыгают. Смотрите. Вон Диан. А. Класс. Ну ты же я был первым, проходил. Да. Дианка, класс. Она тебя еще не садилась? Друзья! Сфоткай меня быстрее. Да. Смотрите, какая красота. Да. Мамки. Тут хороший этот локейшн. Сиди, нормально, надо. Они на маму залезли и на меня. Смотри, они хотят GoPro. Она хочет GoPro, спасибо. Guys, please, Lily, lady, you must remember, please, sir, go over there. We have a picture. Давай, фотоаппарат. Не фотоаппарат. Давай. Смотри, да не бойся, это вообще маленькая. Ой, не пугайся, не пугайся. А, класс! Жень, Жень, что ты берешь? Пошли. У меня маленький? Она хочет камеру смотреть. Она ищет у меня вещи, интересно. Нет! Ну, ты боялась. Смотри, сколько она бежала. Вау, Жанка, смотри. Потому что еду принесли. Да. Ой. Я боюсь уже. Я уже боюсь сильно. У меня вот это? У меня больше нет. О, к маме манкичка. У мамы гость. Ой, конечно, они на всех прыгают. Не больно? Они на всех прыгают. А? Да, она не больно. Дядька, у нее лапки мягенькие. Они хорошенькие. Да. У них мягенькие лапки или как они? Ручки. Они говорят, очень болеют, если они живут как бы в квартире, им надо воссоздать на балконе, наверное, как да. Вот эти растения. Ну, конечно, я думаю.
пить, это да. Мы вон на карантине посидели всем миром и тоже уже чуть с ума не посходили. А их бедных в клетку сажают, если, конечно. Такая вот красота у нас. Единственное, что, конечно, в масках мы такие. Но, к сожалению, ничего сделать с этим не можем. Так, такие у нас времена. Так, идем еще за дополнительной едой. Видали там еду? Подойди этой манкечке, предложи тарелочку. Look, they stay there, and the monks, they don't even want to climb with you anymore. Okay, babe. Она мне понравилась. А ты где убирай тарелку? Oh, nice. So beautiful. Nice view. Yes, just time. Can I sit on my head? Вот там человек стоит. Do you want to go with the family? It's okay. Thank you. Hold it. You just so done it. Вон, нет, давай. Нет, давай. На, Дианочка. Да? Держи. Нет, давай, зачем? Они сейчас к тебе залезут. Почему? Ну, она увидит сейчас. Сейчас она увидит, сейчас вот она бежит. Она не видит. Сейчас придут, не бойся, Они сейчас везде поедят и придут. Значит, дядя еще положит. Смотри, держи, дядя еще несет. Сейчас дядя тебе принесет, давай, держи. Дяденька так, вот так вот. Ему не нравится этот. Ну сейчас тебе дадут еще. Сейчас еще дадут. Two hands. Смотри, как кушает. Видела? Окей, who wants a seed? I still have seed. Я next time. Оп, моим ножкам. Да, вот смотри, какая у меня. Хочешь ее покормить? Мою. Он берет. Он все забрал. Убирай тарелку, Диан, убирай. Ой, у меня еще две. Can I some more, please? Держи, Дианка, держи. Вот, смотри, обезьянка держит. Повернись на меня, Дианка. Дианка, на меня посмотри. Уцарил манки. Достань ровно. Красиво. Ой, и ко мне. О, твой дружок новый. Да, у меня всегда новый. Two hands. Yes, oh my. Вы серьезно, у тебя две? Дядя, две. О, он уже идет на мою тарелку. Ой, crazy. И wild. Ему у мамы понравилось больше. И твою съесть, не переживай, она все съест. Мама что, обезьянку себе забрала? Да. Не, можете потрогать? Ой, чуть-чуть. Наша экскурсия подходит к концу. Было, конечно, супер круто с обезьянкой. Даже не взрослому человеку, точнее, даже взрослому человеку было интересно попасть на такую экскурсию. Так что, знаете, с детьми, без детей рекомендую эту экскурсию, потому что
Мы даже, Женя, получили настоящее удовольствие, потому что обезьянки, ну, блин, они такие милые, когда они на тебя так садятся кушать. Это классно, это круто. Я вам рекомендую, если будете в Доминикане, обязательно съездите на эту экскурсию. Вне зависимости, есть ли у вас дети или нет детей. Поэтому обезьянки того стоят. А сейчас мы купим Дианочке вот такую вот обезьянку, но уже не настоящую. Я бы, конечно, с удовольствием забрала бы и настоящую, но нельзя. Так что продолжаем наш отдых в Доминикане дальше. Ну а вы следите за нашими выпусками. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, ну и, конечно же, писать комментарии, что бы вы хотели увидеть, понравилось ли вам это видео, понравилась ли вам экскурсия, что вы думаете. А вот уже у нас голубая манки. Е-е-е! Всем пока-пока!